Друзья, всем привет! Сегодня у нас АСМР итинг. Я буду пить Байкал. Такой вот лимонад Байкал. Я помню, мне как-то подписчик написал, что давай помимо пепси-колы и кока-колы еще записывай видео с другими напитками, лимонадами. И вот я выполняю его просьбу. Вот. По заказу подписчиков. Вот такой вот у меня стакан, друзья. Вот. Сейчас давайте нальем. О, пахнет так приятно. Вообще классно. Что, друзья? Пью за ваше здоровье. Классно. Холодненько. Здесь почему-то вот нарисованы еловые шишки. Вот смотрите. Как-то вот что-то такое есть во вкусе, что-то такое, как елки, как вот именно привкус елки вот такой. Вот знаете, вот как манго, когда ешь там вот у манго, да, вот такой привкус елки. И вот у Байкала такой привкус елки какой-то. Ну, вот такой он приятный. Вообще мне из русских лимонадов больше всего нравится вот именно Байкал и Тархун. Вот. А если как в общем брать из всех напитков и всех лимонадов, то вы знаете какие? Кока-кола и пепси-кола. Но Байкал тоже вкусный. Если оценить его по пятибалльной шкале, то пятерочка с плюсом вообще. Офигенный напиток. Классно. Такой насыщенный, знаете, прям. Но чувствуется, что в нем много компонентов, и чувствуется, что такие компоненты, ингредиенты натуральные. И запах офигенный, пахнет вообще классно. От холода. Друзья, давайте еще вот так немножко нальем.
приятный. И также ашну хорошо удаляет. Все, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И не забывайте, что вы самые лучшие подписчики на свете. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. Все, друзья, всем пока, всем счастливо, увидимся.